Всем привет, всем привет, с вами Шмыгов на канале Уши. Мы сегодня поиграем в игру под названием Abaddon Ships. Это будет вторая часть по прохождению данной игры. События. Теперь, когда опасность миновала, команда забрасывает вас вопросами. Вы чувствуете ответственность, рассказывая им то немногое, что знаете сами. То существо культ поклоняется ему. Это часть того, что они называют великим планом. Вы направляете все свои усилия, чтобы достичь порта так быстро, как это только возможно, ради блага экипажа и вашего. Влияние культа простирается далеко. Покиньте трейну, сможете заняться своим делом. Тупая боль в голове постепенно уходит, и вы понимаете, что не можете вспомнить, когда она бы вас не беспокоила. Вы снова чувствуете себя в своей тарелке и удивляетесь, что могло послужить причиной полного ухода боли. На картах, найденных вами в капитанской каюте, указан ближайший порт. Суша, здесь вы будете в безопасности от этой дьявольской твари. Найти порт. Хорошо. Стрелка рядом с вашим кораблем выполняет роль компаса и указывает на ближайшие места, которые могут вас заинтересовать. Стрелка не будет указывать события, порты и предметы. Так, значит, мне нужно просто тупо найти пока ближайший порт. А подожди, а тут нету маяка, там же была карта, типа, да? Я могу как бы вниз еще раз отправиться, да? Но стрелка мне показывает, что куда-то не туда я плыву. Но порт она мне указывать, мне же сказали, не будет. Правильно я понимаю или неправильно я понимаю? По-моему, что да, так. Так, слушай, а у нас же есть какая-то еще шкала заполнения. У нас какая-то там еда, какая-то провизия же тоже, да, была, по-моему. Так, вот что-то какая-то суша. Сушенка, одну сушенку, пожалуйста. Нет, это не сушенка. Вот это что-то не то. Что за дым чуть темный? Это что такое? Так, мы опять прилетели вот сюда. Тут нужно сделать 0 из 4, тогда дверка откроется. А там дверь уже открыта, или она под каким-то вопросом? Да? Так, ну... Ключ, типа, нужно. А вот сушу. Как только корабль останавливается в доке, команда, похоже, не слишком стремится расходиться. В конце концов, без вас они по-прежнему были бы узниками культистов, если не хуже. Вы предлагаете выпить напоследок в ближайшей таверне. И хотя первая кружка оказывается торжественной, каждого из вас терзает свои невеселые мысли. Повторим. Алкоголь течет рекой, и напряжение спадает. После того, как очередная опустевшая кружка стучит по столу, команда дает пьяное обещание служить вам верой и правдой до самого конца. Вам удается снять на втором этаже недорогую комнату с достаточным количеством кровати. Как только вы проспитесь, то сможете с чистой совестью разойтись каждой своей дорогой. Ваша голова раскалывается от боли больше обычного, а по телу бегают мурашки. Тяжелая медовуха совсем не то же самое, что церемониальное вино. Можно ли назвать это ночью? Дарим. Можно ли назвать это ночью? Щупальца хватает вас со всех сторон, бежать некуда. Они предугадывают каждое ваше движение, безошибочно реагируя на все это, подобно тому, как стрелка компаса всегда безошибочно указывает на север. Обвивая вас, они неумолимо тянут вниз, вниз, вниз. Глубже и глубже. Вы резко просыпаетесь в поту, голова раскалывается. Это же из-за рома, да? Однако это куда более знакомое чувство, чем от алкоголя. Боль гораздо изощреннее. Что-то внутри вас просто кричит. И вы делаете то же самое, с ваших губ слетает слабый хрип. От шума выбитой двери ваша команда скакивает со своих кроватей. В помещение врываются два темных силуэта. К оружию! К счастью, никто из вашей команды не пострадал. Боль в голове стихает. Два трупа на полу — халифроны. Кошмарная помесь человека и морской твари. Страшные народные суеверия оказались реальностью. Вам уже доводилось видеть их раньше, но для команды это совершенно точно никогда не виданное зрелище. Когда вы спускаетесь вниз, то находите на мертвого хозяина таверны. На горизонте появляются первые намеки на рассвет. Уходим, значит, к кораблю, да? В вашей каюте вспахивает ожесточенный спор по поводу халифронов, в то время как вы молча наблюдаете за всем со стороны. В глубине души вы понимаете, что скрывается... Что скрываться бесполезно, даже на суше вам не будет покоя. Культ не остановится ни перед чем, чтобы достать вас и поработить всех свободных людей под своим игом. Эту проблему можно разрешить лишь при помощи ядер, стали и храбрости. Ваш лучший, единственный шанс на усмех — это нанести удар культу, от которого он не сможет отправиться, уничтожить Кракена.
Команда замирает и внимательно слушает вашу речь. Вы объясняете, что халифроны существовали всегда, скрываясь и охотясь на тех, кто оказывался в одиночку у воды по ночам. Вы рассказываете о своих головных болях и о том, что чувствуете какую-то связь между этими существами, Кракеном и вами. Ваш план нанести удар по культу, отрубив голову морской твари, встречается помесью восхищения и веселья. Но эти люди не герои старых преданий об охоте и на мифических морских чудовищ. Вы не можете заставить их пойти за вами на самоубийственное дело. И несмотря на их сожаления, они вас покидают. А, то есть я остался один опять. Теперь остались только вы. У вас есть немного времени, чтобы подготовиться к своей миссии. Первым шагом должно стать посещение портовой верфи, а затем найм команды. Возможно, за деньги можно купить куда большую верность. Магазин. Это место, где можете приобрести новое вооружение. Ваши золотые припасы отображаются здесь. Вы можете отремонтировать корпус своего корабля по одной из этих панелей. Я смотрю, левый корпус бесплатно. О, отлично. Спасибо большое. Вооружение. Что такое вооружение? Улучшение для него передаст их в нужные слоты. Понял. Мортиру мы купили. Вы можете продавать оружие, перетаскивая из слотов. Ага. Увеличение количества пушек. Хорошо. Если вы хотите посмотреть улучшение снабжения. Так, улучшение части корабля. Ну, я понял. Так, да отстаньте, ну хватит столько много всего. Блин, верфь и верфь. У меня нет денег, кто мне... Ой, а все, я типа... Вы идете в сторону таверны, в доках замечать несколько культистов. В полуденной суете легко проскользнуть незаметно. Сложнее удержаться от того, чтобы не воткнуть кинжал в одного из них. Когда вы подходите к двери таверны, чья-то рука опускается вам на плечо. Вы разворачиваетесь, готовые к бою, только чтобы увидеть свой бывший экипаж. Капитан! Эти культисты, похоже, ищут нас не меньше, чем нас. Сейчас безопаснее было бы держаться вместе. К тому же будет досадно пустить возможность попасть в героические песни. Они вручают вам небольшой, но тяжелый мешок с золотом, который, несомненно, поможет нанять дополнительных людей в команду. Так, можем кого-нибудь нанять в команду. Кто у нас был? Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Навигатор. За 115 всего лишь. А что так дорого? Блин, либо морпех, либо врач. Пам-пам-пам. Ладно, давай врача возьмем. Поднять боевой дух. Всё. А что там написано? Слабак. Я понял, два слабака. Вы идете к докам, в которых бурлит все увеличивающаяся толпа. Десятки кораблей с символикой культа приближаются к берегу. Любопытство и напряжение в воздухе можно ощутить чуть ли не физически. Время уходить. Несколько кораблей, похоже, придерживаются той же мысли, пытаясь ускользнуть от приближающего флота культистов. Некоторые быстро отказываются от этой идеи, останавливаясь. Другие пытаются вырваться из замыкающей линии блокады, а третьи вовсе вступают в кровопролитные бои. Быстро надвигающийся корабль культистов не оставляет вам иного выбора. Опять у нас бой. Я на самом деле... А, ну я и не мог улучшить ничего. А что это такое я взял? Ага, на врагов сверху. Мы приближаемся? Приближаемся. А у них нету паруса, шикарно. Халифрон, морские чудо, которые иногда встречаются на корабле культа. Они умеют нырять в воду, плавать с огромной скоростью и забираться к вам на борт. Халифрон также очень опасный по цепи ближнего боя, особенно с рельефом красного цвета. Фу, блин! Иди нахер! Вот говно! А подожди, а доктор его быстрее лечит или так же? Или неважно, или так же?
Я не могу пока сделать. Что это там? Разворачивает ваш корабль. Все, да? Не, это мы выиграли. Да? В прошлой же части то же самое было. Со всеми убегающими судами покончено. В вашу сторону направляются еще 3 корабля культа. Вы быстро поднимаете паруса. А, ну то есть... Я понял. Нужно открыть ворота. А чтобы открыть ворота, нам нужно это... Так, все, выйти из боя. Ой-ой-ой-ой. Шкала подсвечивания внизу экрана отображает, как близко к вам подобрались силы культа. Когда шкала заполнится полностью, если силы культа загорится, то у вас начнет присутствовать корабль культа Калифорния Александр Кракен. Понял. Так, подожди. А почему 0 из 4? Я же одного уже завалил, культиста. Нет? Что за бред? О, Кракен. Оп, стоп. Это кто? А, это еда. Это кто? Культисты уже успели угнать в рабство часть местного населения, теперь везут их в неизвестном направлении. Нет, мы можем вмешиваться, конечно. Вы сообщаете команде план, захватить корабль целым, его потопление погубит рабов, запертых в трюме. О, подожди, а мы не умеем. А как захватывать? А как его захватить целым? Подожди. Воу-воу-воу! А я без человека не могу, понял. В смысле, подожди. А, далеко. Да ёпты, Илья, забыл опять про этого упыря. Чё так все долго-то начинаю? А? У них мне нужно палубу сломать. Или убить этого упыря. Хорош. В смысле? А нам не нужно, нужно было же захватить. Почему так? Подожди, я что-то не очень понял. Ладно. Отчаянные крики с мольбами о помощи оборвались сразу после погружения корабля в морские пучины. Вы пытаетесь убедить себя, что лучше уж смерть, чем к рабству культиц, но после увиденного это плохой аргумент. На душе у вас теперь образуется еще один шрам. Да, окей. Но я не виноват. Я что-то тупанул. Мне нужно было их столкнуть же ведь, правильно? Ну да, да. Так, подожди, давай тогда проедем карту. Тут, может быть, какие-нибудь приколюхи опять будут. Типа, там, может, золото какое-нибудь. Или золото не бывает в таких... Ну. Так, ладно, неважно. Блин, да, лоханулся я с этим, что... Оп. Ну и ладно, все. О, сундукола. А это кто там? Погнали. Здорово, ты кто? Ты Кракен? С ближайшей деревни доносится звон колоколов, звон колоколов, предупреждающий всех об охоте культистов за рабами. Не так давно покинутый ими корабль, который стоит на якоре у берега, находится под охраной другого судна культа, который теперь движется в вашу сторону.
Культисты на острове также заметили вас и, забыв про рейд, бросились назад к кораблю. Если быстро не справитесь с первым судном, то вскоре нам придется иметь дело с двумя вражескими кораблями одновременно. Ну хорошо. А, подожди, это, то есть, вот это на всех дистанциях-то действует-то, да? А я что-то тупанул. А, это только... Ага. Ну, этот упырь плывет, да на пофиг на него. Ядро, говорю, заряжай. Сейчас мы починимся немножко. Все, хорош. Блин, мало, еще надо два заряда хотя бы. Еще один, последний. Нет, еще нужно, ёптель. Так, тогда мы этой фигней загасим их. Мимо. А это мимо будет или нет? Хорош. Еще один выстрел и все, они трупы. Давай, бомби. Бомболини, бомболони, бомболини. Это было великолепно. А сейчас еще второй будет, типа, корабль с нами биться или нет, или как? А мы можем, а мы не можем. Первый бой выиграем, вы сразу же переключаете свое внимание на вторую судно. Еще раз, опять сейчас сразу, где? А мы никак, мы не па-па-па-па-па. А подожди, я же заряженный сразу, или нет? А где второе судно? Что-то я не... А, да, туплю. Культисты вернулись на свой корабль, но испытывают сложность со снятием с якоря. Они представляют собой отличную мишень для практики вашей команды. Корабль культа быстро превращается в щепки, а ошметки его команды разлетаются по всему берегу. Вы можете только представлять, как благодарны вам сейчас местные жители за ваше своевременное вмешательство. Вы собираете все более или менее ценные и поднимаете паруса. Отлично. А это еще только два? Блин, почему так-то? Я думал... Воу-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу, полегче. Так, а какой лучше, этот или тот? Вам на глаза попадает слабо вооруженное судно с опознавательными знаками культа. Забитый грузом трюм выдает себя низкой посадкой корабля. Это легкая добыча, а если уметь захватить судно целым, то еще и богатое. Нужно захватить судно целым. Чтобы захватить судно целым, их там трое. Погнали сразу туда. Нет, ты сюда давай. А почему мы не едем, я не понимаю. Алло, брателло, ты крутишь там свой руль-то с Саной? Нет! Да не! Да хорош!
Ну я же, ну а как, блин, ну а как делать целым-то? Как взять целым-то это, говнину-то это, господи, а? Я не очень... А, нет, я вот что-то... На поверхности воды осталось не так уж много добычи, но мы собирали все, что можно, прежде чем продолжить свой путь. Короче, я не понял, как заходить в корабль. Я начинаю таран, и он не выдерживает корабль. Что за бред, а? Кто мне может объяснить данное негодование, выйти из боя, да? Так, значит, близко один, тут этот. А, подожди, а вот как поменять мне? Я могу как-то подчиниться? А вот смотри, а тут два культа. На судах гильдии ремесленников всегда можно найти умелых плотников, которые могут отремонтировать большой объем повреждений корабля прямо в море. То судно гильдии, которое вы видите сейчас, ведет бой с кораблем культа. Если умеете их спасти, то ремесленники могут бесплатно заплатить. Так, да. Пусть команда культистов среагировала на ваше появление быстро, вы в свое время успели подойти на нужное для стрельбы расстояние. То есть мне как бы... Мне нельзя их таранить, получается, или что? Или как? Получается, да? Или не получается? Ну просто какой-то, блин, бред. Подожди, нет, вот ты иди-ка сюда. А, упырь и плывет, стоп. Где он? А, мачту нужно починить, сейчас починим. А у них что? Блин, а они быстрее, смотри, фигачат эту свою мачту. Так, я пока не могу сюда тогда. Не, давай вдвоем чиним мачту. Не могу, да? Вот теперь могу. Блин, надо, короче, не так. Подожди, мне нужно вот эту вот тему заряжать. Или вот эту. Так, успокойся. А, вот так мы можем сделать, ё-моё. Да нет, ну а почему он опять упал? Ну как же, что за бред? Что не так-то? А можно починить его, нельзя? Ну блин, вы быстро берете то, что осталось в рисунке, принесли свой корабль гильдии ремесленников. Ну и чего? А, гильдия ремесленников спасли? На судне ремесленников подозрительно тихо, и поднявшись на борт, вы поднимаете, почему экипаж корабля был убит. Бессмысленно оставлять столь солидный объем припасов на борту опустевшего судна без дела, или того хуже, позволить попасть им в лапы культистов, поэтому вы переносите все найденное на свой корабль. Окей, ну, короче, я не понял, спас я их или не спас, видимо, не спас. Так, что, последняя победа над культом? А, 4 из 4 я сделал. А подожди, а что там тогда? Ну, открыть ворота и открыть ворота. А вот это что такое? Это еще новое доп-задание. Обходя мыс, вы натыкаетесь на целый флот кораблей культа. Пол назад быстро. Ой, ёптель-моптель. И пусть флот не стал преследовать вас, ближайший к вам корабль все же открыл по вам огонь, нанеся ощутимый урон. Впрочем, это малая цена в той ситуации, когда вы были уже готовы себя хранить. Как только... Вы отходите на безопасную дистанцию, то осознаете, что суда культа что-то охраняли. На таком расстоянии невозможно понять, что корпус унесен урон. Продолжить. А все, улетаем. Прикольно. Нельзя зайти, потому что прикольно. Хорошо. А где выход из этого убежища? А, подожди, вот в этом углу не были. Не уже были, хорошо. Так, ну, в принципе... А что в принципе-то? В принципе, не в принципе. Мы все сделали, мы можем уйти, да, ворота и бежать.
И беги, беги, беги. И не... Это самое. Голову не ломай. Тихо. Кракен, стопэ. Кракен, не надо. Кракен, стопэ, говорю. Мы вот здесь сюда. Похоже, что со времени вашего побега до появления Кракена Культа отбросил всю свою осторожность. Халифрон на суше, блокада порта, их дерзость вас пугает. Вы оставляете все надежды на спокойное бегство. Собственно говоря, сбежали. Ребят, на этом, наверное, закончу эту часть по данной игре, да? Ну, короче, опять его преследуют. Не буду, в общем, уже читать, наверное, да? И посетите гильдию исследователей. Ребят, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шимыга, это был Абандон Шипс. Или Шип Абандон, или Бандандон Кандон. Короче, неважно. Если так, так, всем пока. Бля-бля-бля.